так далее и тому подобное. Там особенно сейчас матерятся, да что только там не делается. Я это не слушаю, оно мне уже не нужно. На природе только что я вижу? Птички поют, травка шумит, ветер, листья колышутся и так далее. Зимой снег падает, шуршит и так далее, мыши там бегают. Вы скажете, зимой все вымерло? Нет, зимой все шевелится. Даже в мороз, и тот, особенно в мороз, крутой мороз, мыши начинают наверх выходить, жрать, ищут. Птички все это, жратву ищут, потому что жрать же надо. И вот это все шевелится, все. Так что даже в крутой мороз, 40-градусный мороз, птицы и те порхают и летают, и все. Так что не скучно в лесу жить. Да мне лично никогда не скучно.